Зато он хурму ест со мной вместе. Уберу хотя бы после родовой вот этот животик. Это такая долгая тягомотина. Мы в ожидании все равно дома. Давай пробовать гречку. Хотела его затоптать. Ой, мамочка. Ну, открывай, поднимай вверх. Замочек. Замочек детки открывают легко. Замочек от детей. Так. И насыпай. Подожди, поправлю. Давай, поднимай. Ага, поднимай. О, какая большая. О, тебе на ног хватит. Ну что, все? Тёмочка, осторожно, помой ноги. Вот, в общем, всем приветики, мы проснулись, детишки проголодались. Да? Пока у нас есть вот такие хрустяшки, кушаются вот такие хрустяшки. Тёмочка, закрывай. Давай, закрывай. Подожди, Артур. Держи пирожек. Тёма, держи тебе. Вот, а мой завтрак будет неизменным. Это блины с луком и с помидоркой. Так что надо как-нибудь печь. Давай, забирай и пойдем. Ну что, у нас еще ничего не заслано. Недавно только встали. У нас такая темнота, боже. На улице. Ну, это зима, что поделать. И я посмотрела, тут 21 числа в этом году день солнцестояния, то есть самый короткий день и длинная ночь, а потом все пойдет на увеличение. Вот такие, вот такой вот отсчет времени я люблю с этого дня, потому что когда день увеличивается, все ближе к лету. Вот так вот. Прошло 5 минут. Тут даже немножко успела прибраться, и пюрешка пошла в ход. Ти-ти-ти, не надо помогать, Тёмочка. Ты, конечно, спасибо тебе за помощь. Тёма не ел, он редко такие ест, пюрешки. Зато он хурму ест со мной вместе. Ну что, настало время застилать диван. Вы знаете, что застилание дивана у меня происходит, бывает, очень долго по времени. Потому что детишки пока не наиграются, не напрыгаются. Они не дают мне застилать. Есть у меня одно видео на канале, тихонечко, недавно снимала, может, неделю-две назад, две, наверное. И там я наглядно показала, как детишки мне всегда... Ты что там дырку рвешь? Ну-ка, не трогай. На чем папа будет спать, а? Ага, не надо рвать. Вот, и я там наглядно показала. Тёмка, кому я сказала? Наверное, не тебе, да? Угу, пришлось перевернуть на другую сторону. Вот мальчишки, не слушаются. Ну вот, так что я оставлю ссылку. И посмотрите, как я каждый день застилаю диван. Вот, давно не прыгал, да? Попрыгай. Не вечером в 10, в 9, а хотя бы утром вот в 11 часов. Так? Отлично. Я с утра уже все сложила, оставила папин матрас. Это как для горки, это как горка для машин, для детишек, пускай играются. В общем, здесь они уже навели немножко бардака. Но это постоянно, несколько раз в день. Я просто потом убираю потихоньку и все. И что? Сегодня я еще не завтракала. Хочу сказать, что последнее время почему-то мои завтраки очень-очень поздно начинаются. Ну, вообще происходит. Потому что я сейчас снимаю больше видео, уделяю этому. Детишек покормила, и все. И самой даже некогда. Ну, и в основном с утра... Вообще, самой некогда. И вообще забываешь. Ну, хочу сказать, что это не минус, это плюс. Возможно, я даже приведу себе форму более лучшую, чем сейчас. Уберу хотя бы после родовой вот этот животик, который еще не ушел. Было бы, конечно, лучше без него. Ну и попу немножко поменьше. Просто хочу сказать, что я была худее в своей жизни. Килограмм так на 5-6. И мне это очень нравилось. Такая фигура, знаете, без лишнего жирка. Плоский живот, аккуратненькая попа. Ну, возможно, я приду к этой форме. И буду себе нравиться еще больше. Ну, вот такие дела. Зеркало мне не побей. Детишки, привет. Да?
Сейчас попытаюсь приготовить себе завтрак. Ну, детишкам есть что покушать. Фрукты, хрустяшки всякие, пюрешки. Ну все, видите, слышите, Тёма уже лезет к телефону. Это, конечно, проблемка у меня. Тёма постоянно пытается забрать телефон, и сложности со съемками происходят очень часто. Ну ничего, я как-то справляюсь. По крайней мере, это тоже опыт, благодаря которому я научусь, как этого избегать. Так, Артурчик уже уходит. В общем, сейчас делаю себе завтрак, как-нибудь кушаю и продолжаем жить насыщенной жизнью. Хотя на самом деле сейчас она у нас не особо насыщенная, потому что в основном мы сидим дома. Но все равно я стараюсь не унывать. А зачем вообще унывать? Пользы от этого никакой. От этого только плохо самой. Есть такая хорошая поговорка или пословица. Если можешь что-то изменить, меняй. Если не можешь изменить, то прими как есть и радуйся жизни. Вот и все. Что я и делаю. Вы видите прекрасно все, в каких мы условиях живем. Пока, и неизвестно, сколько это будет, потому что наш дом еще не начал строиться. Вот, мы еще даже кредит не получили от государства. Это такая долгая тягомотина. По месяцам все делается. Но мы движемся к нашей цели, и это самое важное. Это мой завтрак, который очень поздний. Я, видите, еще не доела, уже начинаю снимать видео, да? Хотела показать, что Тёмочка у нас яблочко кушает. Так, но, видимо, хорошо покушал, поплевал. Нужно сейчас убрать, конечно же. Тёма, тебе вкусно было, зайка? Ну, отобрал, ну ладно. Вот, ну и Артурчик-то тоже что-то кушает у нас. И фрукты, и блинчики. Видимо, не голодный. И вот это тоже иногда бывает. А здесь... детское пюре разведено немножко с водой. То есть еды полно. Ешь не хочу. Да, детишки? Мам! Мам, ты делаешь йогу, Артурчик? Ну, хорошее дело, наверное. Но это не точно. Так, посмотрим погоду. У нас уже снег подтаял. Ну, вообще, что ее смотреть? Я люблю лето, поэтому все вот это вот для меня это... Ну, так себе погода, знаете. Я люблю тепло. Поэтому я жду только лето, и все, это моя пора. Солнце, тепло, жара, красота, птички поют. В общем, вот это, вот в этом вся я. Ну вот, такая погода. Гололеда нет, и на том хорошо, потому что Ариночка ходит в школу, и хочется, чтобы все было в порядке. Так, кто прибираться будет, а? Кто будет яблоко собирать? Тёмка, ты будешь еще яблочко есть? Или ты наелся? Ты не будешь. Ну, я знаю, ты не будешь. Все, видимо, наелся. Ну, ладно. Пальчики не сунь. Тёмочка, отдай машинку Артуру. Тёмочка. Тёмочка. У нас Тёмочка все отбирает у Артура. Она всё и в наглую вот так вот. Это так смешно стало. Тёма, не борзей, пожалуйста. У тебя есть чем играть, да, Артурчику поиграться? А то вообще редко во что-то играется. Ну вот занялся, пришел Тёма и все забрал. Кстати, эта машина была подарена Артурчику на годик. То есть этой машине уже 2 года. До сих пор целая, до сих пор интересная. Вова пришел. Пришел и ушел. Сейчас опять уйдет. Дела сегодня. Дела по дому нашему, да. Куча документов. Год собираем, туда ходим, туда-сюда. И еще не все. Не можем еще ничего оформить. Куча документов. Там, когда сейчас начнем оформлять документы на материнский капитал и кредит, это еще вот такая вот проблема. Тёмочка, ты куда? А у нас еще куча проектов. Газ, электричество. Ой-ой-ой, ну ничего. Мы в ожидании все равно дома. Мы потихоньку идем своим путем. Ну и верим в лучшее, что у нас все получится. И побыстрее желательно. Да. Так что давай, иди с хорошими мыслями, что все получится. Да? Ой, ты уже вернулся так быстро. Я себе так дверь открываю на расплашку. Только проснулся. Ерошины такой.
Ну что, сегодня решила гречку сварить. 100 лет у нас ее не было. И красная чечевица. Буду готовить котлетки вкусные. Хорошая вещь эти водные раскраски. Дети не вымажутся никогда. И это почти бесконечное. Правда, если хорошо приложиться, можно это все поцарапать, вот как здесь, вот поцарапано. Но если нормально с этим обращаться, то будет вроде бы все в порядке. Я уже несколько месяцев этим водным раскраскам. Прикольная вещь, да. Ну что, Вова вернулся. Кока-колы еще осталось. Арина не выдундила все, да? Я с такой надеждой, что попить. Еще думал в магазине купить, не купить еще бутылочку. Все сосол. Ну и что ты купил? Картошку, хлеб. А, все, да? Я не заходил, Виталий. Я когда в магазин зашел, там картошка лучше и дешевле. Я думала, может, грибочков каких? Курмишечек? В государственном магазине фрукты в 2 раза дороже, чем в Виталии. В государственном? Я зашел, ну, зато картошка по 60 копеек и такая красивая. Одна. Ну, значит, будем варить суп. А что ты хочешь, Тёма? Что ты хочешь? Хлеб. Это мы к супу взяли, я хочу супчика сварить. Называется могилевский бездрожжевой. Мы его раньше часто ели. Ну да. С рисовой лапшой у нас. Рисовая лапша есть. Супчик лобаха. Вот. А я тут наварила гречечки. Давно не было, да. Гречечки. И она уже показывала. А тут, может, макарон никто не хочет? Не знаю, Арина, может. Ну спроси. И чечевицы надо будет котлетки сделать. Ты хочешь гречку попробовать? Давай пробовать гречку. Давай. Тёмочка у нас гречечку первый раз попробовал, и я даже удивилась, что он ее ест. Сижу сейчас его кормлю. Вернее, он сам себя кормит. Ой-ой-ой, боюсь, что сейчас то-то будет нехорошее. Руки дополнительной нету. Ага, ладно, все, мы продолжаем кушать. Приятного аппетита. Сойё? Сой? Вы что, песню расшифровываете? А у нас кое-кто заснул очень-очень рано сегодня. 6 часов, да. Это такая неожиданность. Вообще. Тёмку тут отбивали. Вернее, его отбивали от Тёмки первое время, да. Ну, хотела его затоптать. Ну, смотрите. Вот. А я тут сегодня... А у меня сегодня завтрак номер 2 на ужин. Но никто больше такое не ест, кроме меня. Никто не любит жареный лук. Одна я такая фанатка. В общем, у нас здесь к сонному царству прибыло. За той шторкой у нас спит Артур и Вова. Сидит до 4 ночи, играет, а потом спит. Ну, осуждать тут нечего, потому что другого выхода нет. Детишки не дают играть, когда они видят разложенный ноутбук. Все, пиши, пропало. Вот, поэтому он не играет вечером. Ну, как приходит с работы, он за компьютером не сидит, за ноутбуком. Вот. Поэтому приходится папе вечером играть, ну, проходить игры, он же их снимает. Вот, нарабатывает опыт. Вот, поэтому мы ведем себя тихонечко. Тёмочка хорошо себя ведет, не буянит, пускай высыпается. Так что такой сегодня тихий вечерочек у нас. У нас все выспались, да? Артурчик выспался. Папа сказал, не выспался. Тёмка тут кричал все время. И он сейчас его... А, он тебя будет. Он тебе придает кучу энергии, чтобы ты полночи играл. Сидел за ноутбуком. Тёмочка, покажи, как ты делал. Ой! Мы было, чтобы он только не проверил. Ой! 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 Ты тебя снимаешь? Ой, ты что делаешь? Ой! Вечерние игрульки. Ой! О, второй присоединился. Добавился еще кое-кто там. Вот так. Ой, ой, ой. Ой, мамочки. Мамочки? Ай! Паровозик. Строили паровозик на диване, да? Ой, боже мой. Выбьешь из папы потрохи все. Ты что делаешь, Артурчик? Бери. Веселуха прям, да? Веселуха, когда много.
Всех. Кого ты там завалил? Кого-то, скажи, не вижу кого. Когда много людей, я думаю, всегда найдется веселье какое-то. Да, Тёмка.